Когда надо прищипывать петунию? Прищипывание или прищипка – это процедура удаления верхних листочков петунии для стимуляции разветвления. Обрезку проводят, если не растут, медленно ветвятся, переболела петуния или кустик оголился. Как прищипка влияет на петунию? Побеги начинают ветвиться, куст становится пышнее, форма принимает декоративный вид. Петунию прищипывают в начале весны и в конце лета. Весеннее прищипывание – это удаление побегов и листьев до начала сокодвижения, чтобы растение не потеряло запасы питательных веществ. Если прищипывать позже, то петуния истечет соком. Летняя обрезка или прищипка менее травматична, так как вводится после начала цветения. Побеги петунии отмирают и заодно удается снять старые части, что обновляет куст. Как же правильно прищипывать петунию? Что нужно для процедуры? Чистые ножницы, острый нож, раствор для дезинфекции. Инструменты для прищипки обрабатывают и просушивают. Лезвие ножа и ножниц заточите и очистите от грязи. Процедура прищипки. Первое. Сделать 3 среза верхней части. Срезать листовую розетку петунии верхней части кустика. В шахматном порядке нарезать побеги для стимуляции ветвления. Второе. Прямой срез. Прямые срезы верхней части направляют рост побегов петунии. В центральной части обрезать по точке роста. Формирование кроны куста петунии заняться на боковых побегах. Третье. Боковая обрезка петунии. Боковые побеги срезать по диагонали и по направлению роста. Побеги выводить в округлую форму. Срез по диагонали сделать от верхней до нижней точки. Верхняя точка стремится по дуге кроны. Прищипка цветущей петунии. Вопрос о прищипке петунии распространен среди цветоводов на форумах. Ответ на него описан в первой части аудиостатьи. Петунию срезать до цветения, чтобы не истекла соком. Обрезка и размножение петунии. Прищипывание обрезку петунии совместить с размножением, если удалили здоровые побеги с несколькими листочками. Срезанный побег углубить почвенную смесь, пролить каждые 4 дня водой и подкормить каждый месяц минеральными удобрениями. Можно ли прищипывать петунию пальцами? Прищипывание петунии пальцами – это вариант обрезки и стимуляции для ветвления кроны, если нет подручных материалов. Для прищипывания петунии пальцами захватить листовой черенок под тыльной частью пластины, отщипнуть движением вверх и прокрутить против часовой стрелки. Подготовка. Руки обеззаразить. Обработка. Место среза присыпать порошком древесного угля. Дополнительная обрезка. Вместе с побегами для размножения листовой пары для прищипывания удалить сломанные и засохшие листовые черенки. В летней обрезке снять отмерзшие соцветия и листья. Петунию простимулировать эпином и подготовить к повторному прищипыванию весной. Осенью и зимой петунию не прищипывать. Что происходит с петунией после прищипки? Как только растение прищипнули, оно замирает в росте на неделю-вторую. Поливы подкормки в этот период сокращают. Обрезанные побеги обрабатывают антистрессовым препаратом, и растение переживает стресс, после чего возвращается в привычный ритм развития. Пишите в комментариях, как вы прищипывали петунию. Делитесь своими